Доброго времени суток, друзья! А знаете ли вы, что многие известные актеры являются мусульманами, а если не являлись, то приняли религию ислам? Известный во всем мире боксер Майк Тайсон принял ислам в 92 году, когда сидел в тюрьме. По его словам, ислам изменил его жизнь к лучшему. Теперь он предоставил себя вере и огородил от прошлых привычек. Как-то в своем интервью Тайсон сказал: «Я не нужен Аллаху. Аллах нужен мне». Он взял исламское имя Малик Абдул Азиз. Актер Дэйв Шеппелл стал одним из самых известных комиков. Он принял ислам в 98 году. На публике о своей вере обычно не говорит, потому что не хочет, чтобы люди ассоциировали его недостатки с этой прекрасной религией. Я считаю, что религия прекрасна, если правильно изучать ее, а на это уйдет целая жизнь, не меньше. Джемима Хан, британская модель, приняла ислам после того, как вышла замуж за пакистанского игрока в крикет Имрана Хана. По словам Хан, ее вера выросла после того, как она разошлась с мужем. Джермейн Джексон, брат Майкла Джексона, принял ислам после своей поездки в Бахрейн в 1989 году. Джексон заявил: «Я почувствовал, как будто родился заново. Я нашел в исламе ответы на интересующие меня вопросы». Выдающийся американский баскетболист Шакил О'Нил. О'Нил принял ислам в начале 2000-х. Спортсмен редко говорит о своей религии. В 2010 году совершил обряд паломничества. Карим Абдул-Джабар. Все помнят Карима из фильма «Брюса Ли», где Брюс сражался с высоким парнем. Карим принял ислам в 70-х годах, после чего сменил имя на Карим. Выучил арабский. В 73-м году Карим посетил Ливию и Саудовскую Аравию, чтобы лучше понимать язык и больше узнать об этой прекрасной религии. Я думаю, что вы даже не подозревали, что известный рэпер О'Шеа Джексон, также известный под именем Ice Cube, рассказал, что у него особые отношения с Богом после принятия ислама в начале 90-х. Американская актриса, которая пользовалась огромным успехом в 70-е годы и 6 раз номинировалась на премию Американской киноакадемии «Оскар», Эллен Брестин в свои 30 лет приняла ислам. Мало кто знает, что известный исполнитель Эйкон является мусульманином, который гордится тем, что никогда не курил и не пил. У него даже есть песня, посвященная его вере, «Сенегал». «Все, что мы делаем ради Аллаха», — говорит известный исполнитель. Известный рэпер Mos Def принял ислам в 19 лет и сменил имя на Ясин Бей. Исполнитель говорит, что несмотря на то, что является очень скрытым человеком, он не стесняется того, во что верит. Не говорить о своей религии из-за страха было бы ужасно, говорит Mos Def. Американский врач турецкого происхождения включен в 500 самых влиятельных мусульман мира. Полное имя доктора Оз Мехмед Чингиз Оз. Доктор Мехмед, который также является ведущим известной телепередачи «Шоу доктора Оз». Луи Фиаско, известный рэпер, говорит, что не курит, не пьет и отделяет себя от искушений и уважения своей веры, но не осуждает при этом остальных. Мусульмане, не мусульмане, все мы люди и можем совершать ошибки. Мухаммед Али, самый известный боксер во всем мире, также является мусульманином. Его настоящее имя было Кассиус Клей, но приняв ислам, он поменял свое имя на Мухаммед Али. Ребята, если вы знаете еще людей, принявших ислам, которых я не упомянул, напишите в комментариях, и мы обязательно сделаем еще одну часть.